Управляющая компания, которая взяла на себя обязательство застеклить окна в 18 и 20 доме, практически завершила работу. Из пострадавших 40 квартир в 19 установлены стекла. Еще в 4 замена стеклопакетов начнется в ближайшее время. В остальных квартирах комиссия еще выясняет, требуется ли полная замена окон. Напомним, администрация города поменяет разбитые стекла жителям бесплатно, но ремонтировать балконы, убирать мусор и восстанавливать разрушенные гаражи собственники будут за свой счет. Либо придется искать ответчика в суде. Владелец машины, на которой произошел взрыв газовой установки, виновным пока не признан. Специалисты МЧС дают советы водителям транспорта на газовом топливе, как соблюдать простые меры предосторожности. Очень важно, нужно помнить о том, что в зимнее время года ни в коем случае нельзя заправлять топливную систему в полном объеме, потому что у него большой процент объемного расширения ужиженного газа. Нельзя запускать автомобиль с газобаллонным оборудованием при закрытых дверях гаража, это очень важно. При возникновении, даже если автомобиль долго постоял и отсутствует запах, лучше открыть ворота, открыть капот, и после этого только осуществлять запуск автомобиля,